Днем раньше дипломы получили выпускники Орловского юридического института. Дипломы о высшем юридическом образовании получили 84 выпускника. Из них 36 – следователи и 48 – специалисты подразделений госавтоинспекции. Красные дипломы в этом году вручили 14 выпускникам института. Одна из них окончила вуз с золотой медалью. К выполнению своих служебных обязанностей в органах внутренних дел новоиспеченные офицеры приступят уже через месяц.